посадили, ждем врача. У нас как бы только просто обследование для контроля, потому что в школе у них был стоматолог и сказал, что нужно проверить зубки. В общем, что ты там написал, сейчас посмотрим. Кристиан, скажи всем привет! Скажи всем привет! Не трогай салфеточку. Это чтобы тебе не испачкать. Ребята, всем доброе утро. Покажусь вам лицом. Все, мы вышли от стоматолога. Находится в таком частном как бы райончике. Смотрите, тут вокруг лес. И снежок сегодня у нас идет. Вообще в этом вот уже несколько дней. Что, пойдем? На автобусе поедем. Ну, на машине папа уехал по делам, Кристиан. Мы не можем папу ждать долго. Идем. Смотрите, какая у нас просто шикарная погода. Снежок идет. Сразу видно, что завтра будет 1 декабря. Зима вступает в владение. В этом году, что снежочек выпал и даже не тает так. Ну, конечно, его мало, но все равно атмосфера совсем другая. Ну, вроде как уже на днях чуть-чуть потеплеет, и опять пойдут дожди, так что от снега и следа не останется. Но пока так. Так что идем сейчас на автобусную остановку, поедем домой. Все сделали. Идем налево. Мы зашли с Кристианом в кафе Зибенкорн позавтракать. Потом уже поедем домой дальше. Не трогай губу. Мы позавтракали и идем с Кристианом домой уже пешком. Тут у нас недалеко идти. Точнее, тут от кафе недалеко идти. Идем домой пешочком. Нам идти минут 10-15, если очень медленно. Пойдем дальше. Кто-то выставил, видимо, на Шпермюль. Такое, какое-то пианино. Интересное. Стой близко к шлагбауму, подходить не надо. Поезд будет оттуда. Пошли на перрон лучше. Туда пошли. Там оттуда не увидишь отсюда. Поезд вон едет. Слева, слева. Все, пошли. Руссо нас встречает дома, да? Как дела? Привет. Кс. Вот. Богатство после посещения врача. Сколько подарочков. Там мы шли мимо, был книжный магазин. Зашел туда, кстати, он сам говорит, пойдем в книжный магазин. Не знаю, откуда он знал, что там есть. Мы, как бы, в принципе, в этом магазинчике ни разу не были. Может быть, когда-то проходили, он видел, конечно. И там ничего не было из машинок, но он увидел вот эти вот стерки. Он не понимает, что это стерки, чтобы стирать карандаш в виде машинок взял.
И вот такие, типа, строительная техника. О. Ну, поворачивай, смотри, какой у тебя там минивэн. Разворачивай. Тебе понравилось? Ребята, хочу с вами поделиться, чем мы сейчас пользуемся для Кристиана, и что нам очень помогает. В общем, это вот такое вот расписание. Мы делаем ему на каждый день. Оно разделено на утро, день и вечер. То есть какие у него мероприятия. Например, утром, ну, тут что-то мы уже убрали. То есть, например, он в туалет сходил, почистил зубы, это убирается. Потом мы едем на машине к стоматологу. Вот. Потом мы возвращаемся домой, и он, например, смотрит YouTube на телевизоре. После Ютуба в обед там сюда надо еще добавить. Я просто с утра еще не все успела добавить. Например, потом он будет играть с мамой, с папой, например. После этого, например, у него будет купаться или обедать, да. После этого он занимается, какие-то делать задания, и потом может еще раз посмотреть Ютуб. После этого уже у нас опять же времяпрепровождение с мамой, с папой, там туалет, зубы чистить, сюда надо доставить. Потом он смотрит мультики на ноутбуке перед сном и ложится спать. Например, вот такой распорядок дня. Плюс-минус мы что-то добавляем. В общем, эту идею я взяла с одного курса, который покупала для работы с детьми с аутизмом, да. И вот там девочка предложила именно вот такой вариант расписания. До этого мне тоже многие здесь, в Германии, наши терапевты говорили про расписание, но в Германии у них идет расписание на неделю, они сказали, чтобы типа вешать, то есть понедельник, вторник, среда, четверг по порядку, что будет. Но оно как-то для Кристины сложновато, а вот этот вариант мне очень понравился и зашел, и это просто идеально работает. Когда ты ему пытаешься что-то объяснить, он как бы не хочет этого делать или нет, но ты ему показываешь это на картинках. Также, например, если мы куда-то собираемся ехать, магазин, распечатали фотку этого магазина, каждый раз что-то, вот, допустим, у нас не было стоматолога, да, который мы пользуемся каждый день, они у нас заламинированы, то есть фотка нашей машины, ну, в смысле, марка такая же машина, чтобы он знал, что на машине, если он ездит в школу на автобусе школьном, сейчас я покажу вам. Он, например, это вот магазин, в который мы чаще всего ездим за покупками, и он не хочет в него ездить, чтобы он видел картинку, понимал, куда мы едем. Вот это у него школьный автобус, который, на котором в школу ездит, то есть если он идет в школу, я вешаю, что он поедет на этом автобусе в школу. Тут вот, например, когда ходил он на плавание, что плавание будет, вот типа, что кушать надо. Ну, это просто рандомные картинки из интернета. У Кристиана они заходят. Можно, конечно, там с символами искать. У нас, видите, разные есть. И просто картинки, и фотографии Кристиана, и, на, допустим, фотографии нашего дома. Это вот тоже просто рандомная картинка, типа гулять на улице у нас. Вот, тоже заниматься. Несколько штук распечатываю, потому что на целый день бывает нужно. Это, например, если мы не на машине, а вот идем с вот этой нашей коляской гулять, тоже вешаем. Или вот мы то, что ездили в Центропарк, тоже распечатывали ему картинку, чтобы он знал, куда мы поедем. То есть также вот бассейн распечатываем. Вот есть фотка школы. И он, когда не знает что-то, он подходит, смотрит, ага, что у него сейчас по распорядку. Вот, например, аутизмус институт, его фотка. Телефон, если поиграть, ему даем. Вот, купаться, например, нужно сегодня еще. Вот, такая картинка, кушать. Он все как бы акцептирует, неважно, что это фотография или просто рисунок какой-то. Так, что еще надо мне? Уже посмотрю. Мы вот так вот ставим. Когда он выполнил это уже действие, прошло. Руссо, ты что хочешь там? То мы убираем. Руссо, нельзя.
то мы убираем картинки, так что сейчас мы сходили к стоматологу, пришли домой, я уберу все лишнее, чтобы он понимал, что сейчас будет, если он захочет. Опять же, если, например, он хочет купаться, мы ему говорим, что еще рано, иди посмотри, у тебя еще перед тем, чтобы купаться, еще вот это нужно сделать. И в школе, кстати, я сделала такую... небольшой А4 листочек, заламинировала его, тоже распечатала разные картинки, подходящие к школе, да, там уроки, еще что-то, потом что-то мне уже в школе учительница сказала, что можно еще распечатать, чтобы им было легче, и в принципе это работает, у них тоже, ну, чуть похуже, чем у нас дома, но в принципе и работает, вот, детская площадка. С этим расписанием, например, очень сложно, когда его куда-то вывести. Можно это сделать, чтобы он посмотрел в течение, например, часа-двух заранее. Это крепится, естественно. И он как бы понимает, куда мы пойдем. И, в принципе, сначала говорит нет, но потом этот соглашается, идет, как бы все нормально. Вот так что это вот очень удобно. Сегодня я тоже ему сказала, что к стоматологу, и он немножко... не понял то, что у него был такой распорядок, как с утра он в школу идет, а потом прибежал после того, как позавтракал, посмотрел, ага, и у него картинка в голове сложилась, как будет мероприятие происходить сегодня у него. И все, все отлично получилось, без каких-то капризов. Так что, знаю, что у меня некоторые смотрят тоже мамы с детьми с аутизмом, и обратите внимание на вот такое расписание. Именно... в течение дня, то есть на каждый день, не на неделю, а на каждый день. Так, у кого дети аутисты, многие знают, знаете, есть такая система PECS, там тоже такие символы разные, картинки, и с помощью них дети, которые не могут общаться, они общаются с помощью этих картинок, то есть, да, рассказывают, что им нужно, вот, показывают картинкой, например, все. Но это специальные карточки, и их как бы просто так, то есть в интернете не найти, если есть там какие-то. Но они определенные символы там выглядят, и многие их покупают, и дети пользуются у них тоже при помощи этих карточек. Ну вот мы нашли вот такой вот бюджетный вариант, когда просто картинки рандомные с интернета на определенную тематику, да, похожие то, что нужно, и как бы Кристиану, по крайней мере, не всегда важно, что именно конкретно вот было место такое, например, если это магазин, то окей, он понимает, что это этот магазин, а если мы, например, идем просто гулять, то есть мы вешаем, что просто гулять, не обязательно, что конкретное место, иногда это конкретное место, а если мы просто так идем, то есть, допустим, я вешу карточку детская площадка, и этого достаточно, то есть не нужна какая-то там определенная детская площадка. Пользуемся мы этой уже системой несколько месяцев, наверное, месяца 4 почти, 3-4. Еще до школы чуть мы начали, так что результат мы видим, и я, и Артем, и, да и в школе, и везде как бы замечают. Поэтому... Ой, снег у нас повалил. Прям так хлопьями. Ну, пусть побольше идет, но может быть и больше слой ляжет. Красота. Но на улице тепло. Хочу с вами поделиться, какие у меня есть красивые наборы. Вот есть вот такой набор. Он прозрачный, слегка такой с голубым оттеночком. Вот, с блесточками. Тут такая снежинка. Здесь украшена кристалликами. Такие четыре игрушки в одном стиле. Вот, такой вот красивой коробочки. Можно будет кому-то подарить. Это я подготовлю, будут подарки и друзьям. Также вы можете у меня заказать, например, если вы хотите. Вот такой. Это тот, который золотой. Вот так тоже очень красиво, если такой подарок сделать кому-то. Я думаю, это будет очень шикарно. Смотрите, как переливается все. Уже коробочки приобрела красивые.
Потом сделала еще такой вот наборчик. Мне кажется, три игрушки это вот так вот идеально, минимально. Такая тут елочка получается. Они одинаковые, то есть с одной стороны вот такие вот с блестками, а с другой стороны вот такие светло-голубые, вот. И получается на елке будет смотреться красиво. И та сторона здесь вот украшена с бусинами, с стразиками. Это такая звезда, тут тоже здесь украшена, а здесь вот такая. Вот она очень красивая, так елочка. Елочка получается с этой стороны я украсила. Вот, так что вы можете, если хотите, заказать такой набор у меня для себя или для кого-то. Я могу сделать в любом цвете, какие вы хотите. Если вы свяжете со мной, мы обсудим, покажу вам, какие есть у меня еще формы. И в любом цвете можно сделать с любыми блесточками. Вот тоже вот этот набор с колокольчиками очень красивый. Оленям. И такая снежинка тоже украшенная стразиками. Здесь она такая же по цвету подходит. Вот. Минимальный заказ. Если отправлять по Германии или по Европе, я могу тоже отправить. Будет от трех игрушек, потому что невыгодно отправлять одну игрушку по посылке. Но если вы находитесь где-то здесь рядом с Гиссеном, можете сами лично забрать, то... Можно и одну игрушку купить, пожалуйста. Можете мне написать в Инстаграме. Вот. Или в WhatsApp, у кого есть мой телефон. И я вам могу сделать какую-нибудь красивую игрушку для вас или ваших близких на подарок. Так, у нас уже вечер. Артём пошел укладывать Кристиана спать. А я сейчас буду делать адвент-календарь Кристиану. У нас есть вот такой вот набор из 24 коробочек в виде домиков. Их нужно собрать, завязать ленточками, ну, туда положить подарок, какой вы хотим, наклеечку наклеить с номером. И получается будет таких вот 24 домика, 12 бежевых, 12 черных. Сейчас положим подарочки, в общем, набор для адвент-календаря. И полная сумка разных всяких штучек. Так, тут вот у нас всякая разная мелочь. И машинки, и свитбокс, и киндер. В общем, сейчас буду наполнять. Коробочки я собрала. Получилось вот столько коробочек. Черные поприкольнее выглядят. Они такие, картон у них более плотный, чем вот эти бежевые. Сейчас будем собирать и клеить. Так, подготовила. И вот что получилось. Часть поставила, часть положила в корзину, что не помещается все в корзинку. Я думала все сложить сюда, но корзинка маленькая. Тот, который попозже в корзинке, первый вот поставила здесь. Потом, может быть, будем их убирать. Не знаю, как он будет открывать. Завтра увидим, порвет, не порвет. Хочу со всеми попрощаться. Спасибо большое, что смотрели это видео. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Всем пока-пока!